Итак, всем привет, я Олег, и сегодня просто я сейчас вышел на улицу просто погулять. Это просто будет необычная прогулка, сейчас просто у нас сейчас карантин. Да, я живу в городе Новороссийске, город-герой, просто мне разрешили погулять. И я сейчас по многолетам покажу, что еще есть, как выглядит город, когда карантин. Тут, в принципе, тут еще есть машина, которая... Тут кое-кто завел машину. На улице никого нет. Весна. Если что, кому нужна дата 17 апреля 2020 года. Вот голуби. Ладно, пусть нет, свой хлеб. Вот, тут качели закрыты. Все. Тут все произошло. Тут все обеззаразили. Эти все перила, вот. Все это качели. Тут все закрыто. Так что лучше вообще не прикасаться к этому. Вот. Вот еще. Сейчас просто, извините, что так дышу. Просто сейчас я в маске, конечно, чтобы коронавирус не подхватить. Как вы видим, тут человек и еще кто-то. Какой-то странный парень. Короче, если кому напоминаю, если чтобы не заразиться этой заразой, просто мойте руки почаще с мылом, антисептики покупайте, маску носите с собой. На улице не ходите, кроме чтобы купить продукты и сходить в аптеку, вообще никуда не ходите, потому что все эти торговые центры закрыты и так далее. Просто лучше сейчас сидеть дома. Знаю, просто сейчас что-то все уже стали выходить на улицу. Прям все. Просто сейчас мне нечем. Нету идей для видео. Просто решил снять. Вот. Там еще кто-то есть. Сами видите. Лучше дома так долго не находиться, чтобы не подходить коронавирус. Надеюсь, вы меня хорошо сейчас слышите, если ведь я в маске. Хотя я не понимаю, почему некоторые гуляют. Да, и хоть я сам нарушаю закон, что вот просто все будут просто так гулять, но я сейчас пойду домой. Так что у нас еще обработали все перила, обеззаразили все эти лестницы, чтобы просто приезжал такая машина, и там чувак с такой противовирусной форме. Вот. Так что на улицу не выходите, мойте руки. Просто соблюдайте карантин. Ладно, тогда всем пока. Было сейчас 17 апреля, короче, пока всем.